Вот эти ИГИЛ, руководители ИГИЛ считаются сейчас одними из наиболее мудрых и удачливых стратегов, которые есть. Все рассчитано до максимально точно, даже жестокость показная должна была производить определенное воздействие. Это бесчеловечная абсолютно стратегия, но очень высокого уровня, очень мудрая, с учетом конкретных интересов. Они очень правильно действуют. Есть большая книга, где проанализирован ИГИЛ хорошо. И там видно, что они применяют передовые методы хозяйства, а не передовые методы управления, на самом деле. Терроризм такой. Тех, которых нуждается весь мир. А параллельно это является терроризм, средневековая жестокость, сжигание людей, там, расстрелы, отрезание голов и так далее, и так далее. И, ну, это абсолютно сетевая структура из будущего.